Хорошо. Это история о том, когда мне было 11 лет, и мой мозг решил все испортить и сделать мне припадок. Судороги — это не очень весело. Я бы не советовал. Особенно, если тебе 11 лет. Как-то мой друг Сёма пришел ко мне домой, и он взял с собой своего тупого младшего брата Рому. Мы в моей комнате, Сёма играет в Тетрис, а мы с Ромой играем в фишки. Мы хорошо проводим время. Теперь, как правило, я должен выиграть Рому, как и 6 воскресений подряд. Но в этот день все шло очень плохо. Я сижу там, и мне досталась отстойная фишка, которая никогда не переворачивается. Но у Ромы почти все фишки топ. Только не это. Я же сейчас проиграю младшему брату Сёме. Кто вообще проигрывает младшему брату Сёме? Так что я собираюсь кидать и надеюсь на чудо. И оно случается. Передо мной появляется черный экран, я падаю, как мешок картошки. И у меня начинает бежать пена изо рта, как у дикого животного. Некоторые люди называют это приступом. Обычно, когда случаются приступы, ты начинаешь дергаться, как рыба на суше. Но нет, я просто лежал там, полумертвый, широко открытыми глазами. Сёма и Рома видят все это и думают, что я притворяюсь. Я как раз собирался победить. Хватит лежать там, мудак. Я даже не знаю, сколько я там пролежал, прежде чем мой отец зашел в комнату. Эй, ребята, вы будете кушать? Воу, что это с ним случилось? Да, я хочу. Ах, да, мы думаем, что ваш сын мертв. Теперь я не помню ничего из этого, потому что, видимо, мой мозг больше не работал. Следующее, что я помню, просыпаясь на диване. И все смотрят на меня. Эй, почему вы все уставились на меня? Санитары врываются в дверь. Они несут меня в машину скорой помощи. Я до сих пор совершенно не замечаю, что происходит. Итак, мы в больнице. Пытаемся понять, почему мой мозг вдруг превратился в миску с картофельным пюре. Моя мама абсолютно уверена, что причина, по которой у меня случился приступ, это все из-за этих ночей, которых я не спал и играл в Сегу. Это все из-за проклятой Сеги. Но лично я точно знаю, что случилось. Мысль о том, что я проиграю глупому маленькому брату Сёме, была настолько недопустимой для моего мозга, что он попытался просто взорваться. Это единственная логическая причина. Так что мне сейчас будут делать МРТ. Если вы никогда не делали МРТ и не знаете, что это такое, это когда тебя засовывают в большую трубу, чтобы сфотографировать ваш сломанный мозг. Приходит медсестра. Ты можешь нервничать. Мы включим тебе музыку. Какую музыку ты любишь? У вас есть Линкин Парк? Сейчас посмотрю. Отлично. Что еще может быть хуже? Так что они заталкивают меня в эту трубу. Эта машина немного шумная. Просто попытайтесь сосредоточиться на музыке. Немного шумное? Это немного преуменьшили, там было жесть как громко. Я даже почти не слышал музыки. Ну вот, я полностью застрял в этой трубе, слушая R2-D2, который громче, чем музыка. Время от времени машина становится тише, и я снова слышу музыку. И это продолжается 45 минут. Я наконец выхожу из этой штуки. Спасибо, ребята. Но я лучше предпочел бы приступы, чем залезть туда снова. И нам пришлось ждать, пока врач посмотрит на результаты. Мой доктор был какой-то глупый, но я почти уверен в этом. Что это за большая фигня? Это мозг, доктор. Ну это хорошо, верно? Я не знаю. Я жду, когда мне поставят диагноз. Надеюсь, что получу наконец ответы. У меня есть хорошие новости и плохие. Хорошая новость. У вашего сына в голове мозг. И плохие новости. Какой сейчас был вопрос? Почему у него был приступ? А, да, верно. На самом деле мы не знаем. Так что теперь мне нужно сделать ЭЭГ-тест. Это когда приклеивают кучу электродов в твоей голове. Они прикатывают стробоскоп. Помню, думал тогда. Они пытаются захватить мой разум. Что за куча придурков? Просто расслабься. Мы зажгем несколько огней в твоих глазных яблоках. Вы чувствуете, что сейчас случится припадок? Нет, я чувствую, что мой мозг взорвется сейчас. А мы надеялись, что ты упадешь на пол. После всего этого врач приходит к выводу, что он не знает, почему у меня случился приступ. Но есть один плюс из всего этого. Когда я буду опять проигрывать, я просто притворюсь, что у меня приступ. Я могу выйти из проигрыша в любой игре. Ага, шах и мат, я выиграл. Да ну брось, опять. Всем спасибо за просмотр, ребята. Вы также можете посмотреть предыдущие видосы или подписаться на канал. Всем пока.